открываем очередную посылку. Так, что у нас тут есть? А у нас тут замечательный инструмент. Это отсос. То есть, когда мы что-то не то припаяли, либо припаяли слишком и сильно много припоя, тогда вот такой инструмент пригодится. Наверняка многие из вас знакомы с таким инструментом — отсос. У меня, в принципе, отсос есть, но отсосом я и пользуюсь так часто. Вот он, отсос. Так часто я им пользуюсь, что он потихоньку у меня уже забился, и я решил уже задуматься купить другой с AliExpress. Значит, давайте испытаем. Он так заряжается, и потом нажатием кнопки, в принципе, неплохо. Надо его испытать на каком-нибудь конкретной пайке и убедиться, что он работает. Распаковываем большой пакет очередной. Значит, как-нибудь так разрежем его, чтобы быстрее вытащить все содержимое. Порвем. Так. Что у нас тут такое? А у нас тут средство для распайки. То есть такой электроинструмент, который позволяет распаять. Давайте я сейчас открою. В результате мы извлекли. Это основной инструмент. Вилка у нас европейская, что очень хорошо, редко встречает. Есть крокодильчики для заземления. Это инструмент или как бы распаятель. Можно сказать, распаятель, потому что тут как бы похож на паяльник, но если посмотреть, тут у нас отверстие. Отверстие используется для того, чтобы вот тот отсос монтирован прямо в это устройство. Мы нагреваем элемент, нажимаем кнопку, и припой уходит вовнутрь. Потом мы его повторным движением у нас извлекается. Если что, у нас есть специальный штемпел для чистки, прочистки вот этого канала. То есть мы туда прочищаем от припоя. Сменная головка тут имеется. Значит, как она снимается, скорее всего, очень легко снимается. Так она и получается. Значит, вот она, сменная головка. Мы его вот здесь монтируем. Тут есть, значит, герметический слой, для того, чтобы нагрев происходил хороший. Вот такое у нас устройство. Надо его испытать. Наш распаяльник, так его назовем, распаяльник. Нагрелся он, дымит уже. Это говорит о том, что масло выгорает. Неприятный запах, но придется терпеть. Беру для экспериментов печатную плату заводского изготовления с оловянным припоем. Это более тяжелый вариант, чем оловянно-свинцовый, потому что температура плавления выше. И давайте пробовать какие-то элементы выпаивать. То есть мы что делаем? Кладем, как обычный паяльник. Вот. И потом, когда он нагревается, элемент. О, посмотрите. Давайте еще для чистоты еще одно сделаем. Просто замечательный результат. Просто, ну, как бы то, что раньше давался. Вот, отлично. Сейчас я постараюсь все это увеличить для вас. Так, сделаю несколько таких замеров. О, отлично. Еще раз. Надо постоянно вот этот отжим делать, чтобы припой уходил. Так, ну это ушел. Так, теперь опять нажимаем кнопочку и тоже прогревать хорошенько надо. Опять же повторяюсь, это оловянный припой. Ну, в принципе, уже можно наблюдать, не буду я все распаивать. Вот, если приблизить это, наверное, лучше сюда приблизить, да? Так, увеличить, и чтобы вы видели результаты. Вот они. Так, хорошо, теперь видно. Так, вот результаты моей работы, то есть этого распаяльника. Вот здесь уже улова нету, элемент практически чистый, как будто недавно поставили для пайки. Вот здесь тоже самое. То есть это тяжелый случай, оловянный припой, поэтому устройство это
Очень легко можно использовать для распайки. Очень удобная вещь, конечно. Но следить за ним тоже надо, потому что обычный вот такой инструмент, он быстро забивается, но неудобно то, что надо паяльник держать и одновременно второй рукой вот это, и отсос. Ну и не всегда получается близко подвести. Потом наконечник у нас пластиковый, опять же, тоже проблема. Поэтому по вот этот устройство, конечно, уже другого уровня. И он свободно распаивает, значит, оловянный припой. Вот, я сейчас его опять сделаю. Вот. И прямо видно, весь припой уходит прям буквально туда. То есть это распаятель мощнейший. Вот. Потому что слов нет, вот сами видите, да? Все, пайка уходит, и спокойно потом мы элементы эти вытаскиваем. Очередная посылка. Распаковываем его. Так, что у нас здесь? А у нас здесь флюс. Такой флюс у нас уже был. И я бы хотел, значит, что сказать, уже как бы подводить итоги по данному флюсу. Это флюс такой распространенный. Я видел очень много обзоров про этот флюс. Флюс Amtec. Ну, конечно, не оригинальный, но очень близкий к оригинальному. Используют его обычно. А, вот здесь даже вот этого нету. Заглушки, да? Ну, вообще здесь должна быть заглушка. Так. Его используют каким образом? Берут шприц, обычный шприц. Значит, для пайки, вот он, шприц. Вот эту часть вынимаем, просто-напросто сюда вставляем. Вот, здесь эту часть открываем, сюда шприц вставляем. Продается отдельными комплектами вот набор шприцов, там очень большое количество шприцов. Оттуда все это берем и, в принципе, сразу это готово к использованию. Значит, я делал ошибку, что брал отсюда, вынимал и в такой шприц все перекладывал. Очень много измазался вот этим флюсом. Этого делать не стоит. Хотя результат, конечно, получился лучше, но делать надо таким образом, чтобы использовать этот корпус как шприц. В принципе, флюс неплохой. Уже мы его многократно использовали. В принципе, вот такой у нас флюс есть. Опять же, тут вот недостаток, то, что почему-то вот этого нету. Задней части.